Дочь обратилась с вопросом ко мне. «Папа, скажи мне, кто был на войне?» «Дедушка Леня, военный пилот, в небе водил боевой самолет. Дедушка Женя десантником был, он вспоминать о войне не любил. И отвечал на вопросы мои. Очень тяжелые были бои. Бабушка Соня трудилась врачом, жизнь спасая бойцам под огнем. Прадед Алеша холодной зимой бился с огнем под самой Москвой. Прадед Аркадий погиб на войне. Родине все послужили вполне. Много с войны не вернулось людей. Легче ответить, кто не был.